Всем привет! Сделаю короткое видео. Мне пришли с сайта iHerb вот такие две баночки. Это детские органик витамины. Витамины, они жевательные. И девочке очень нравится этот вкус. Хороший. Я посмотрела тоже отзывы. Как обычно, я всегда читаю отзывы и состав. Мне, в принципе, вы можете сами это сделать. Я оставлю ссылочку. И вы сможете заказать, если вам это понравится, подойдет тоже. На сайте iHerb можете это сделать. По моей ссылке 5% будет скидка. Вот. Со всех сторон вам покажу. И на сайте еще посмотрите, почитайте отзывы. Мы только начали их принимать, девочка, но ей понравилось. Это немаловажно, потому что до этого у нас были... Ей совсем не нравился вкус, и мы их отдали другой девочке, которой нравился этот вкус, подарили. Видите, дети, все индивидуально, короче. Вот это вот я заказала, знаете, тоже случайно, как и с коллагеном у меня получилось. Одна из подписчиц, я не помню имя, к сожалению, но я очень благодарна ей, потому что она написала мне, что в комментариях, что «Лена, если у вас проблемы с кожей, обратите внимание на масло примулы вечерней, оно есть тоже в капсулах». И я стала искать, нашла на iHerb вот этот вот продукт, масло примулы вечерней, и стала читать. Мало того, что я там почитала отзывы, плюс я еще независимые статьи прочитала об этом масле. Это какое-то чудо чудесное. Я только начала принимать, наверное, неделю, я уже вижу результаты. На самом деле кожа, вот как многие тоже там отзывались, что кожа как наполняется, знаете, влагой. Это очень для меня важно, потому что у меня всегда, сколько я себя помню, видимо, у меня вот такая вот проблема. Я не знала, как ее решить. У меня были всегда сухие губы. Знаете, как корка. Мне все время хотелось ее содрать. Я обдирала все время губы. У меня вот эта проблема. И сухая кожа на лице и на других частях тела. В общем, кожа, сухость кожи. И вот это вот уже какое-то облегчение на первой неделе. А что думаю дальше? Там одни пишут, что одна девушка пишет, что к концу банки вообще прям просто супер эффект. Плюс там еще для женского организма очень-очень полезно вот это масло примулы для цикла и так далее, для тоже мастопатии. В общем, почитайте, пожалуйста, почитайте сами, чтобы тут не быть голословным и чтобы разное мнение услышать от других людей, которые еще дольше принимали это масло. И также почитайте статьи в интернете, независимые именно, которые ничего не продают, а пишут о свойствах, о пользе и, возможно, о каком-то вреде, кому нельзя это принимать. В общем, все почитайте. То есть не говорю, что всем это нужно, потому что это все-таки препарат, это витамины тоже, это все нужно консультироваться с врачом и самим делать выводы, принимать решения. В общем, вы это сами, пожалуйста, кому-то подходит, кому-то не подходит, но мне очень-очень понравились отзывы, и мне понравился результат именно для моей кожи. Я очень благодарна этой девушке, подписчице, которая мне намекнула, подсказала, и я уже дальше сама это нарыла, сделала, и я благодарна, что она мне направление дала. Так что я кому-то, может быть, тоже дам направление, вы поищите информацию об этом. Ссылку на этот продукт масла примулы вечерней тоже будет под видео. Проходите, читайте отзывы, и если понравится, если вы это, вам это тоже как бы необходимо будет, и вы искали что-то подобное средство, заказывайте тоже с 5% скидкой по моей ссылке. Все, всем пока, вот такое видео короткое. Но надеюсь, что оно было информативное. Вот такие у меня в этот раз заказы и покупки на сайте iHerb. Пока-пока. Bye-bye. А еще надо сказать, забыла. Там в отзывах также пишут девчонки, женщины, что облегчает вот это масло, и они почувствовали на себе, облегчает так называемый ПМС, предменструальный синдром, то есть симптомы облегчает. И я для себя заметила, что вот именно это масло, и плюс еще я пью коллаген, я о нем уже говорила много раз, настолько он для меня чудесный. И я отметила, что у меня ногти стали крепче, волосы стали лучше, и кожа в целом. И настроение у меня, я высыпаться стала, я просыпаюсь, я выспавшись, я свеженькая, я бодра, бодра и весела.
Вот такие симптомы, ну, такие вот улучшения у меня я наблюдаю. Для нервной системы также, от стрессов и так далее. В общем, вот я для себя такие отметила улучшения.